отвлекаешь. Так, все, отвлекаешь. Там основной удар. Подавай! Что заснять из состава? Первый день, второй день. Никого уже ни один в последний. Квадрат. Ага, все, заходим. Улыбаемся и машем. Ну такие спортсмены. Козуху устроить как он сейчас. Саш, приставные шаги влево. Шаги вправо. Шаг. Вдоль. Раз, два. Налево. Так, подровняйся. Остановись. Выровняйте в одну линию. Второй, третий. Первый. Шаг вперед. Хорошо такой. Сейчас нужно. Так, первые номера. Пять шагов вперед, шагом марш. Первый. Да? Так, третьи номера. Упражнение знаний, поэтому повторять не буду. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. И раз, два. Принять упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два. В другую сторону. Три, четыре. Раз, два. Опять в другую сторону. Три, четыре. Раз, два. 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 Четыре, раз, два, три, 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 четыре, и раз, два, три, закончим. Следующее положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, закончили. Следующее упражнение. Исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Следующее упражнение. Добавляем новый элемент. Ножницы. Исходное положение. Руки перед собой. Ноги на стороне плеч. Делаем
такие движения. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Понятно? Исходное положение принять. Упражнение начинать. Раз, два, три, четыре. 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 Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Все успели? Молодцы. Так, следующее упражнение. Потянулись четыре. Раз, два, три, четыре. Тянемся. Раз, не спешим. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, закончим. Три, четыре. Раз, два, 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 три, закончим. Следующий. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, закончим. Два, три, четыре. И раз, два, три, закончим. Следующее упражнение. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки перед собой. Делаем махи ногами. На счет раз вы делаете мах правой ногой. Левой руки. Два исходное положение. Три мах. Следующей ногой. Четыре исходное положение. Ноги, колено, суставы не сгибаем. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. 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 Так, теперь следующее упражнение вам знакомое по вчерашнему дню. Прыжки на левой, на правой ноге и на двух ногах. Значит, еще раз повторяю упражнение. Руки на пояс. Делаем 4 прыжка на одной ноге, 4 на другой. Покажем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И четвертый делаем поворот. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Главное стоять. Так кто стоит? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, а вот уже забрасывает. Так, закончили. Следующее упражнение. Все, порадок их осталось немного. Исходное положение. Ноги максимально широко, руки на пояс. Что же вам знакомое упражнение? На счет раз делаем выпад на правую ногу, два исходное положение. Три на левую ногу, четыре исходное положение. Исходное положение принять. Давайте справа. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Спину держим ровно. Два, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончим. Ну и последнее наше любимое упражнение на координацию. Да? Я так думаю, что оно любимое. Значит, напомню. Вы выживете, да, пацаны? Правда, можно выживать. Итак, что на положение? Добровольно. Так, там уже намеки, да, пошли, что не все, да, там. Итак, упражнение начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, Миша, два, три, четыре, пять,
6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончим. Останавливаем дыхание. Делаем вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох еще раз и выдох. На этом зарядка окончена. Будьте здоровы. Господи, ум мой просвети и сердце, и устни мои отверзевай, и пейте Тя, Святая Троица, свят, 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 и си Боже, Богородицею, помилуй нас, и ныне присли во веки веков, аминь. Внезапно судья придет, и приводят деяния обнажаться, но страхом зовем в полуночи, свят, 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 и си Боже, Богородицею, помилуй нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. О, снова стал, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости, там бы Ты пение не прогневался и синовя, и не было грешного, не жертвом убил, и сисы беззаконни моими. Но человек обюствовал, если обычный, в ничей лежащего воздвигал вместе. Во еже утренний батя и словословите державу твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мя уста очатися, слове всем твоим и разумейте заповеди твоя, и творите волю твою, петися, вы исповедами сердечными воспевайте все святое имя твое, Отца и Сына Святого Духа, ныне пресны во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче ныне от беззакония моего, от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое основаю, грех мой предо мной есть войну. Тебе единому согрешив, полупава пред тобою сотворив, якуда оправдишися во своих сердцах, и победишь в небе суди детей. Всего беззаконие зачат есть, и во всех родимя мать моя, всего истину возлюбил, и себе святой тайной премудрости твоей явил весы. О пропишем и собом очишусь, умышем и паче снегу уберёся, слухом и мудрость радости веселья возрадуйся, кости смиренная. Отвратили все твои битвы. Царствию не будет конца, и в Духа Святого Господа, животворящего, и живот Отца и стоящего Бога, и же со всем и Сыну с поклонением и славим обладовавшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление, молюсь Тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, дьявольского воскрешения, и спаси меня и видит Царство Твое вечное, Ты бы и сему сотворитель, и всякому благу промыслишь, и податель, а Тебе же все упования мои, и Тебе славу высылаю, ныне пресны, во веки веков. Аминь. Господи, же много Твоей благости и великими счастливыми Твоими дал мне се, и не работай мне вместе во веки веков. Аминь. Господи, Тебе жители Божьей силы, всякие плоти вышних живые, усмиренные, презирая, сердца же утробы испытуя, и сокровенное человеку в яве предвестное, безначальное и пресносущное свете, и Боже не есть применение, и предложение, и осенение, самим если ведением или неведением, совершенное нами, и очисти на всякие скверны плоти и духа, и даруй нам Господи.
сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, в ожидающую пришествие судья всех приведет, кому жду отдать и по делам его, да не падшую обленившуюся на Бога ключей воздвижение в дело не увлечься готове, радостью божественный чертог славы его совниден, и где же празднующий глаз непрестанный и неизреченный, сладость зрящих твоего лица доброту неизреченную, ты будеси истинный свет, просвещая и освящая всяческое, и тебя поет вся твоя во веки веков. Аминь. Тебя благослови, Господи Бога и Господь, поставь отверзи наши уста, исполни я твоего хваления, как возможно, непоколебимо петь и же исповедиться при тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, единородным твоим Сыном, все святым, благим, животворящим твоим Духом, ныне пресно, во веки веков. Аминь. Воспевай благодать твою, владычица, молился, ой, мой благополучный, благодать все ступать и правоблюдательно Богу ручевный шлем не страсть межити, еже свет не вечерний, рощи, душу мою слепших освети, о дивный владычный палата, дом духа божественный ныне сотворей, врача лучшего врачу души моей, я многолетней страсти, волнующейся житейскую молитву. Небесными улучите веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам причистая, души мои скверно очищающая, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, у сердца, владычица, молебную службу мою прими, и Богу благоутробно принеси, превыше ангел мирскагами, а превыше слитие сотвори, святоносные сени небесные, духовную благодать во мне направи, руце востею, и в снег похваления, осквернены скверно, все непорочные, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобают ныне и пресны во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Боже, мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якоды спасеши всех, и паки спаси, спаси, я по благодати молюся, а щебое дел спасеши во несте, благодати дар на долг паче, ей многих чудротах неизречены в милости, веру любовь мя рекласи, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовек, а щебо веру я же дат, в тебя спасает отчаянный, все верую, спаси меня, яко Бог мой, ты Иси, создатель, вера вместо дел доминится мне, Боже мой, не обрящешь и будил, отнюдь оправдающих мне. Но тогда вера моя додавлеет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мне, тогда покажет мне причастника славы твоя вечная. Да не убы похитит меня сатана и похвалится в слове, еже отогнуть от меня от твоей руки и ограды. Но еже хочу спаси меня или не хочу, Христе Боже мой, предварять скоро-скоро погибу, ты боишься, Бог мой, от чрева матери моя. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко возлюбил и надо той самый грех. И паки поработать о тебе безленищем точно, яко же поработать прежде сатане льстивому. Но и паче же поработаю тебя, Господи, и Богу моему Иисусу Христу, во все дни живота моего, ныне пресны во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каянной моей души и страстной моей жизни, не остави мне грешного, не жертвуй от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святые ангели Божии, хранители и покровители каянной моей души и тела, вся мне прости ериками тебя скорбих во все дни живота моего. И аще, что согрешив пришедшую ночь сию, покрыни мне настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем же грехе прогневаю Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своим и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси страстей моих, яко нищий есть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенное все от всех родов, во славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Молите Бога у нас, святые угодники Божии, яко мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородице Дева радуйся, благодатная и Господь с тобою, благословенная.
Аминь.
Ну, непосредственно в нашем лагере обучение строится по такому принципу, что здесь включено несколько так, блоков содержательных. Первый блок – это образовательный, непосредственно участие в занятиях, в мастер-классах. Занятия здесь проводятся по разным дисциплинам, таким как герменевтика, модерирование дискуссий, организация добровольческого движения, ну и так далее. Мастер-классы по организации диалогового клуба, по организации студии культурного ориентирования и так далее. Это образовательный блок, на котором ребята получают основные знания для дальнейшего их применения себя на приходах. Следующий блок – это блок, можно сказать, такой молитвенный, то есть мы здесь живем по принципу общины, вот у нас совместная молитва, совместная трапеза и совместный труд. То есть у нас, допустим, утро начинается с молитвы, мы молимся перед трапезой и также в субботу-воскресенье совершаем воскресное богослужение. И третий блок – это, можно сказать, спортивный блок. Здесь каждый участник имеет возможность принять участие, ну, во-первых, в зарядке, которая проводится по утрам. Это спортивные игры, волейбол, футбол, ну и просто отдых, купание в Дону, ну, и общение с природой. Вот одной из идей проведения семинара как раз является то, что мы собираем молодежь не только с Волгограда. То есть это семинар епархиальный. То есть здесь присутствуют ребята из других районов, даже из других епархий. Наша митрополия – это и Калачевская епархия, и Паласовская епархия, это и Урюпинская епархия. Вот. Поэтому вот наша задача является как раз-таки то, чтобы молодые люди, вернувшись с нашего семинара к себе на приходы в отдаленные уголки, имели возможность начать работу с молодежью. Плодотворную, вот, порой сложную, но работу, которая вот не всегда удается на приходах, в связи с тем, что, ну, во-первых, молодежи не очень много, во-вторых, не всегда понятно, с чего начать, как начать. Вот, но здесь на семинаре такая возможность предоставляется. Вот, и мы надеемся, что те семена, которые мы посеем здесь, в участников, они дадут свои плоды добрые у себя на приходах и у себя в благочиниях. Ну, вообще, вот эта школа православного молодежного актива – это постоянный проект нашего молодежного отдела Волгоградской епархии, и мы его проводим два раза в год. То есть у нас есть зимняя школа православного молодежного актива, но там мы проводим занятия в самом уже в Волгограде, и это вечерние курсы, такие краткие. И летняя, она называется выездная школа, то есть выездной семинар, она проводится раз в год на базе вот здесь лагеря, то есть сюда, на следующий год мы тоже планируем проведение такого же семинара, вот, ну, может быть, будет изменена немножко программа, естественно, так как какие-то предметы уже будут менее актуальны, какие-то будут более актуальны, вот, а так семинар планируется проводиться ежегодно, даже по два раза в год. В молодежном отделе реализуется несколько проектов, постоянно действующих, самого разного содержания. Вот, ну, как пример могу привести, это диалоговый клуб «Сфера», где ребят собираются для обсуждения каких-либо насущных проблем. Раз в неделю проходит, ну, вернее, раз в месяц где-то так проходит заседание этого клуба дискуссионного, вот, и молодежь имеет возможность обсудить какие-то вопросы, какие-то проблемы современной молодежи. Вот. Постоянным тоже проектом является проведение интеллектуальных игр, то есть регулярно проводится, ну, где-то раз в три месяца. Вот. Ну, также к постоянным проектам можно отнести клуб рукоделия, где участницы, чаще всего это именно участницы, принимают участие в изготовлении каких-либо народных игрушек или поделок, которые в дальнейшем могут быть использованы для проведения православных ярмарок, то есть средства от которых идут на благотворительность. То есть это такой социальный проект, вот можно так его назвать. Вот. Ну и ряд других проектов, которые, вот, может быть, менее часто вот у нас реализуется. Это, допустим, сейчас мы начали новый проект, это спортивное направление, так, активный отдых или спортивное направление. Это, допустим, байдарочные походы. Это в летнее, естественно, время. У нас в этом году уже было два таких байдарочных похода. Вот. Это и велоэкскурсии у нас была тоже в этом году первая. Это и проведение спортивных тематических командных игр. В этом году у нас был проведен волейбольный турнир
в честь апостолов Петра и Павла, футбольный турнир в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот. Ну и ряд других проектов, которые тоже в нашем отделе. Вот. Ну, а на будущее, если сказать, да, что планируется. Вот мы в этом году на семинар пригласили преподавателя, руководителя школы добровольческой Юрия Белановского. Школа называется «Даниловцы». Вот это известное движение молодежное, добровольческое. Вот он у нас проводит небольшой такой мастер-класс по организации добровольцев. То есть мы хотим у нас в дальнейшем в епархии запустить вот такой вот добровольческий центр, который будет в этом направлении сплочать молодежь православную вокруг этой идеи, которая будет созидать что-то доброе. Вот, то есть это вот одно из, так скажем, ближайшей зоны развития нашей.